Задача будет состоять в том, чтобы во время игры пристально следить в первую очередь за ритмом, паузами, чувством свинга и постараться добиться максимальной четкости самой музыкальной мысли. Как же все-таки научиться играть не на гармоническую последовательность, а что называется сквозь нее? Не двигаться в своей мелодической линии от аккорда к аккорду, обыгрывая сетку, а начать предслышать, спонтанно сочинять мелодию в мелодии. Лебедь уплыл в полумглу, вдаль под луной белее, ластятся волны к веслу, ластятся к влаге люли. Сама тема уже способна стать импровизацией. Все ограничивается только вашей фантазией. Пять четвертей, семь четвертей. 9, 13, 8. Так-а-т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 ак-а
Но самое главное, из всего самого главного, меньше нот и больше смысла.